Значит, в данном случае у нас здесь имеется стена, такая как пристроечка. На ней дверной косяк, вот этот белый дверной косяк, будет на ней очень тяжелая дверь. И здесь была проблема. Сверху есть очень много вентиляции, и эта стена была, было невозможно прикрепить ее к потолку, потому что есть вентиляция, очень много вентиляции. Значит, что было сделано? Был изготовлен металлический аэрокейс, такая конструкция. Одна ее сторона крепится к бетону, вторая сторона крепится к маслюлю, седьмой направляющему профилю. И сам аэрокейс крепится резьбовыми стержнями к потолку. Значит, одна сторона крепится к стене резьбовым стержнем и гайками. Другая сторона резьбовым стержнем закреплена у вас в потолку. И здесь, значит, направляющий профиль стены был прикреплен уже к самой конструкции. Таким образом решили проблему. Видите, стена была закреплена здесь. Тоже самое, здесь вентиляция. Вентиляция нам не дает возможность прикрепить направляющий профиль к потолку, потому что нам его некуда крепить, на вентиляцию мы его крепить не можем. Поэтому был собран такой механизм, тоже при помощи металлоконструкции RHS был собран, прикручен резьбовыми стержнями к потолку. Здесь стена уже обшита гипсокартоном, невозможно видеть, но я объясню, что там есть еще один кусок металла, и этот кусок металла прикручен к направляющему профилю, и таким образом стена к нему прикреплена. Эта стена должна быть крепкая, потому что здесь будет дверь, очень тяжелая дверь. И здесь тоже металлоконструкция RHS очень сильно нам помогла. Значит, в данном случае у нас есть дверь, такая дверь-купе, которая задвигается вовнутрь стены. Вот как бы стена сама, снизу вверх, и в нее задвигается дверь. Будет задвигаться такая купе-дверь, и значит, само крепление этой двери крепится на металлическую конструкцию RHS. Вот есть здесь три резьбовых стержня, прикрученные к потолку, зафиксированными гайками внутри. Вот как бы фиксация идет с другой стороны. Значит, RHS держит вот эту направляющую для этой двери.